Даня, а ты Что? помнишь, что ты вчера Шуре пуцовал? Помнишь? Это значит что? Что там есть подарок? Пошли посмотрим. Побежали быстрее. Там, наверное, есть подарок. Ты куда? Скорее, есть? Что там? Скорее, давай открывать, что тут? Получается? Ой, ну-ка давай, открывай. Снимай ее. Что там? Ну-ка, что это? Что это? Это книжка? Ну-ка. Вау, это олень? Как у кого? Николауса? Скай! Гумми-бёси. Ого! Еще один? Еще один олень! И Класс! Скай. Скай, ну-ка еще что? Лабу. Равел, ого! Локи. Рокки! Жума. Зума! Дед Мороз. Это Николаус, да? Тебе же Николаус надо? Чейз! Вау! Ого! Посмотрю. Всего? Смотри, сколько много! Ну да. Скажи, Данька Николаус. Да. Best to give me your loyalty. Best to give me your loyalty. Cause I'm taking the world, you'll see. Cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. Мы тут приехали в Азия магазин за вот этими специальными чипсами. Но это васаби, я думаю, ты их не будешь есть. И мы всегда берем, дай покажи, вот эти очень вкусные. И вот эти очень вкусные. А еще мы набрали мочис. Даня сегодня с нами. Он сегодня не в садике, потому что он что-то покашливает. В общем, не стала я его отводить. У него сопельки немножко. Вот, кстати, сезам, масло, с которым я делала салатик, немножко добавляла, вкус офигенный добавляет. Это нет, нам не надо. Мы знаешь, что можем еще взять? Иди сюда. Мы еще можем взять вот это. Это майонез для суши. Так, и я хочу сделать том-ям. Нам, значит, надо для него... Я все хожу везде, ищу раков. Вот есть крабы, да? Большие крабы. Ну, хотя они тоже, по идее, вкусные, но я хотела раков. Но тут есть все, улитки есть, всякие разные креветки, устрицы, там все. Что это? Я не знаю, что это, сына, положи, пожалуйста. Это суп! Суп! Хорошо. Все есть, в принципе, кроме раков. Раков нет. Прямо обидненько. Вот этот вот сезам соус по-любому вкусный, но, блин, такая большая банка. Вот поменьше была бы, чтобы просто попробовать. Капуста вот тоже. Я очень люблю эту капусту для суши, но тоже вот большая пачка. Вот эта вот желтая штука, я не знаю, как она по-русски называется, тоже в суши их нарезают, делают. В общем, столько всего. Но вот была бы поменьше, я бы попробовала. Смотрите, набрали. Чипсы я вам показала. Видели? Видео всегда показывают вот этот вот их тесто, булочки такие вот. Они как пух такой вот. Вот взяла один попробовать, действительно вкусно или нет. Взяли вот такие вот мочис с фасолью красной и кокосом. Вкусные очень. Что мы еще тут набрали? По-моему, все. Ничего такого. Ну, чипсы я вам показывала. Хочу попробовать вот эту штуку. Я сегодня еще не завтракала. О! Пахнет офигенно. Понюхай. Я тоже понюхаю. Понюхай. Вкусно пахнет? Да. Реально офигенно. Ну, знаете, вот этот кусочек стоит 3 евро. Я его сейчас попробую, потом найду рецепт в интернете. И попробую сделать сама. Вот так вот он выглядит. Ой. Я тоже. Сейчас дам. Что это? Das zum damit trocken bleibt. Понятно. Короче, вот так вот это выглядит. И вот он такой вот прям... Конечно, не так, как они на видео показывают. Das fühlt sich wirklich an wie Styropor. Давай, держи. Вкусно? Да. О, боже. О, боже. Это очень вкусно. О, боже. М-м-м. О, боже.
Не жалко 3 евро, честно. Вообще не жалко. Ребенок врать не будет. Альма! Маська! Маська! Девочка! Мама, тут тоже вот елочка какая, попугаи. Переехали на эту сторону. И тут стройка. Бардак весь мы снимаем. Стройку снимаю. Будет новый гардероб. А что ты его сейчас вешаешь? Может, обои подождать или нет? Нет, обои придут. Я уже просто наклею и уже потом сразу на место повешу. И все, без разницы. Ты не надумал домой идти? Поехали домой? Нет. Тут остаешься? Да. Вот теперь да. Все, мы доделали гардероб. Здесь теперь стоит пуфик. Сам шкаф. Здесь сделали зеркало. Вот эту полочку, правда, она ее потом обклеит белым. И, ну, будет подходящая, да, вот под это белое. Здесь вот все ее духи. Здесь шкафчик. И вот эту штуку мы сюда приделали. Да, это там не должно быть. Даня решил оставаться здесь. Елочку нарядили. Мурочка. Ну давай, спой что-нибудь, скажи. Баба, фоткать наш. Фоткать? Ну ты снимай просто и все. Погоди. Готово. Покажи мне. Вот он мою. Тебе мама покажет. Та-да-да-да. У нас новый блог. Warum geht die nicht zu? Sto. Was ist das? Может смазать надо, не знаю. Кабель. Warum ist denn? Эту лапшу снова, которую я покупала в предыдущий раз. Она очень вкусная. Это в магазине Netto. Ну, в этом в китайском, азиатском отделе. Классная. Смотрите, какая милота. Сердечко.
цветочек. У Илюхи просто написано «Дало». Я почитал «Дубр». Дубр, ага. Чё ты хочешь? Смотрите, как у нас теперь тут получилось. Как я и хотела, от самого пола. И можно сделать до верха. Вообще шикарненько. Мне прям очень нравится. Можно снизу поднять там докуда-то. Можно, в общем... да. Теперь и нас никто видеть не будет, и мы не будем видеть то, что творится там на балконе. В общем, прикольненько.